morning in the meadow, the sunshine in my eyes. Всем доброе утро. Сегодня and I hear every echo. Я хочу собраться вместе с вами. Of a million солнце красивое. Время макияжа. В школе. Two hours later. У меня не получилось снять процесс, но я, в принципе, накрасилась. Губы я накрашу попозже. Сейчас я буду одеваться. Я не успела снять весь процесс, потому что я уже опаздываю. Но, в принципе, у нее нормальный лук. Я только подхожу. Ну и нормально, все люди тоже только подходят. Привет, Алан! Здравствуйте. Скажи привет. Привет. Это влог. Последний раз захожу в стены этой школы. Ну, наверное, еще не в последний раз, но все же. Нужно что-то сделать с волосами, потому что мне кажется, они смотрятся странно. Пока что мы в классе физики. Тут склад цветов, вон там вот. Все, ресницы готовы. Браслетик. Cause girls. Всем привет! Это наш последний звонок. Мы готовимся. Наши мальчики репетируют. Мы стоим на репетиции. Как ваши ощущения вообще? Нормик. Мне написали пожелание. Это прелесть. Идем, идем, идем. Поздравляйте. С середину. Я хочу плакать. Я тоже. Так, ждем. Здесь? Всем привет. Здесь? Она в другом кабинете, скорее всего. А дальше? Пошли. В следующем была. Но она была, да? Ай, больше Медина, здравствуйте. Как ваше здоровье? Не пугайте нас больше. Не болейте, пожалуйста. Девочки, скажите, это ваши дети пришли. Вас поздравить. Спасибо. До окончания мы ваших ашек. Это ваши детки. Разрешите подарить вам этот букет. Да. Здоровья, всего хорошего. И самое главное, вы сами Дина, мы от А-класса вас приглашаем на выпускной бал, который состоится 26 июня, понедельник. Так что ничего не планируем. Да, 8 часов вечера в ресторане стоят. Все, 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 все. Мы вас любим, мы вас помним. Всем привет! Помните, мы снимали же такие once again, feeling love, now and then, breathing in, so just let it go, and I don't know when. Baby, 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 oh, like baby, baby, baby.
Ты не взял добрый свет? Нет, он в рюкзаке. Блин, ну ладно. Мальчики, потом ДПР. Уже? Выходит? Все, мы скоро идем. Звучит гимн Кыргызской Республики. Вы скорее учитесь, не пилоньте, не ленитесь. Президент пусть будет рад. Вот смотри, какой отряд. Киры, менеджеры, командиры, продавцы, парашютисты и народ. Насколько быстро прошли эти 4 года? Мы прошли невероятный путь, поэтому я здесь, чтобы поблагодарить всех вас. В первую очередь я хотел бы сказать спасибо всем учителям и администрации школы за то, что терпели нас эти 4 года. Я многому у вас научился, вы меня во многом правильно направили. Я получил бесценный опыт. Спасибо большое очень близким людям, которые сопереживали, искренне поддерживали и были рядом не то что физически, но ментально, оказывая огромное влияние на меня своей поддержкой. Также хотел отдельное спасибо сказать Ажиону Первому. Мы не самый простой класс. Мы видели, как вы зачеркивали на календаре каждый день в ожидании нашего ухода. Мы сбежали. Шучу. Мы бежим переодеваться. Мы переоделись. За 5 секунд. Thank you.
Дуся, Дуся. Короче, все, оттанцевали, отстояли от флешмобиля, и я сейчас бегу за лентой. Отфоткались, главное. Мы сейчас... Конец держат ваши ученики, а вы серединку крепко держите. А вы по кругу каждый берете свою ленту. Любую. Берите, берите. Да. Братья, это что? Можно два сразу? Можно одну, вот, пожалуйста. Дорогая Жамал Темировна, спасибо вам большое за все. Отпустите нас теперь во взрослую жизнь. Добрый путь. А Жамал Темировна, я сложнее всех был для вас. И я побыстрее был. Каждый нас спасает. Давайте, чопленная, вас отпускаем на удачу. А Жамал Темировна, давайте меня с бассейном. Ника, да. Бассейн. С бассейном. Теперь сегодня все легально. Адель, все. Адель, отпускаю тебя. Ой, делай. Сейчас будет. Нет. Давай. Так, где моя рыбка? Удобное плавание. Так. Это я. Да, я знаю. Что, удачи тебе. Так, где? Это что у нас? Аккуратней за рулем, ладно? Аккуратней. Где лайка? Так, где Луис? Все, Луис, нету больше 9 часов. И девочка с шариком. Удачи. Вы можете даже говорить, вы выключали каждого ребенка. Говорю, вроде. Даже на пустыре. Вроде говорю, да? Ну кто, Амир? Да? Амир, аккуратнее за рулем тоже. И с правами. Дениза. Много-много побед, солнышко мое. Спасибо. Добрый путь. Малыша. Я тебе. Малыша. Удачи тебе. Спасибо. Заля, подвел самую любимую мою книгу. Я обожаю Булгакова. Добрый путь. Жамал Темировна, будете грустить по нашим деткам? Нет, да? Скорее всего, да, последний мой выпуск. Почему последний? Да. Почему последний? После нас не хочется больше никого брать. После, да. После никого не хочу, да? Нет, я хочу, чтобы они навсегда остались в памяти. Да, я первый выпустила детей. О. Как-то не так было. В этом выпуске я запомнила. В первом выпуске я не плакала, между прочим. Да, не плакала. А тут... Не выдержала. Да? Железная Жамал Темировна тоже? Женщина. Спасибо. Тоже. Да. Ну это я в школе такая. Меня знают как в школе. Да еще. Волнуюсь обычно, про кого-то стоять. Сейчас волнуюсь. Не волнуюсь. Ну, надеюсь, будет что-то на это хорошее 11 класс. Да? Я старалась только для вас. Вложила все. Все мои знания, все вложила. Надеюсь, используете, да, 11 класс. Не забудете. Да? Постарайтесь. Все, что мы вложили, мы вас вложили. Этот выпуск шикарный, да? Такого еще никогда не делали.
Спасибо вам, уважаемые родители, да? Уважаемая Джемаль Тимировна, наша любимая, дорогая, наша классная руководитель. Вот и наступил этот день, когда нам хочется сказать вам только хорошие слова благодарности за то, что вы нас учили, за то, что вы нас лелеяли, любили, охраняли, заботились. Мы доверили вам наших детей, и вы оправдали наше доверие. Мы очень благодарны вам за все, что вы сделали для нас. Очень грустно, что этот день наступил. Подержи, я уже вам заволновалась, Дарья. Крепкого здоровья вам, удачи, таких же хороших выпускников и выпусков. Одиноко, хорошо вам летом отдохнуть. Мы вас от всей души поздравляем. Вот, примите, пожалуйста, от нашего класса, от нашего класса. Это замечательные цветы, подарки. Увлажнитель воздуха, квартире незаменимая вещь. Спасибо большое. А это вам на путевку в Турцию и с вашим будущим. Да. Самое первое, вы проходите через порог. Вот это вот детство, школьные годы закончилось. Эта пора, она прекрасна сама по себе. Но вот вы вступаете в новую жизнь, которая намного интереснее. Я желаю, чтобы каждый из вас вот достиг ту вершину, которую себе поставил цели. Это важно. Я желаю, чтобы каждый из вас был всегда в той компании, в той окружении, которое достойно его. Я хочу, чтобы у каждого из вас, ваши родные, близкие, были всегда рядом, были всегда опорой. И всегда, чтобы каждый из вас мог сказать, вот, я смог это сделать, и я это сделаю. Молодцы, это ваш день. Всем привет. Вот, вот и все. Вот и все. Это очень грустно, А я уже на веселе. Что? Я принес национальный алатоп полусухой, ебейшее нахуй. Очень вкусное винишко. Контрабанда. Нет ощущения, как будто это последний звонок. Такое ощущение, словно мы просто прогуливаем уроки, как обычно, в наших любимых шкафчиках. Мама, попробуй Джага, Джага, попробуй. Мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Либо доктор, либо врач. Либо доктор, либо коп. Так что это беги. Знаешь, что делать? Давай я вот эту поделю, просто убери вот эту. Вот вам палочка. Маленькая, да? Все, что хотите. Идем. Вот призал. Потому что там поют. И нам что-то тоже хочется. Я не буду мыть эту руку.
плачете. Сейчас я буду плакать, сейчас. Все плачут. But not me. Тимоха. Все такие зайки, все. Капец, плачут. Весь зал наш. Даже эти люди плачут. Покинуть этот кабинет в последний раз. В 10 классе я снимала его тоже в последний звонок. Ой, в день последнего звонка. Но тогда у нас был попугай, и вообще расстановка была другая. В том углу висел наш школьный уголок 10 А класса. И сейчас я просто покидаю его. Думаю, на этом стоит заканчивать этот влог. Что ж... Всем спасибо за просмотр.
стали мы старше, пришло время для перемен. Но я в это не верю, как будто я даже не взрослел. Мама, папа, не грусти, ваш тенец подрос. Мы совсем не дети, время дальше нас уносит. Вроде и недавно школу, только в первый класс. А теперь порадую я танцем и пустым вас. Помню, как бегали мелкие по двору школьному. Не забудьте ли нас, какие там экзамены, мая. Да что это такое? Оставь меня в покое, я выгрыз головой. Первая любовь, первые друзья. Первые падения, без них нельзя. Мы стали роднее, теперь вы моя семья. Еще один день, еще одна ночь, и дороги нас разведут. Но знаю, что дома ждут. Еще один день, еще одна ночь, и дороги нас разведут. Но знаю, что дома ждут. Еще один день, еще одна ночь, и дороги нас разведут. Но знаю, что дома ждут. Еще один день, еще одна ночь, и дороги нас разведут. Но знаю, что дома ждут. А что впереди, впереди в вуз? А как вроде круто, ведь мама говорит, горжусь. Папа рассказал друзьям, какой сын молодец. Чемодан и переезд, новый город, я здесь. Мне ведь говорили, что все это так прикольно. Впереди тусовки, вечеринки, да и только. Старая общага, песни на гитаре. Предки далеко, главное, чтоб не скучали. Но только в этой суете не хватает тех, с кем был все эти годы. И ты грустно на душе. Мы с вами по-разному разошлись по плюсам. Это так нормально, ты все знаешь сам. Дорогие ребята, вот настал тот момент, когда вы больше не школьники. Но эти 11 лет останутся у вас в памяти и на фотографиях. Мы с родителями очень любим вас. Присядьте родные, у вас обязательно все получится. Но не забывайте нас, мы будем очень скучать. Еще один день, еще одна ночь, и дороги нас развели. Дома ждут. Еще один день, еще одна ночь, и дороги нас разведут.